can experiment if you want with the buttons. Никогда не играл. Never playing a real Hammond. Only VST. Да, заодно с этой штукой можно играть. Крутая дичь. Крутейшая вообще. Mm-hmm. Это какие, 70-е какие-то годы? Не знаю, надо у Ника спросить. In the box mode, not using the console, everything is, you know, just data network based. So, yeah, it's... You will add a new idea to your first one. A second motif that will be played twice again by the brass instruments. Yeah, it's simple, you know, it's... People who have in their living rooms, things like that. So that is the room, now it's empty. Да, отлично. Вот теперь на кухню. Кухня теперь. Эники, беники, ели вареники. Ай, даже не знаю. Попробую вот это сначала. Да. А это потом. То есть там масло в моторе, а это как бы действующий экземпляр. Там что-то капает. Масло. Ужас. Видимо, знаешь, они выезжают раз в год на всякие выставки, и можно видеть, по финским улицам они ездят. Вот это, конечно, вообще. Аэропорт Венесуэлы был построен на винодельне. Там все вокруг винодельных, виноградниках. Вот, и на месте аэропорта были виноградники. Атака известна своим вином. Дождик, дождик, уходи, ждем тебя в другие дни. Мама хочет погулять, дождик не нужно поливать. Привет из Афин. Пошли. Мы находимся на северной части хребта горы Митолс. Вот вам вершина, с той стороны аэропорт. Ну, а с этой стороны частично видны Афины. Не все. Ой, какой-то гром. Ай-яй-яй.
Don't play. Because the road is there, it's among the burn. Вот, нашли пещеру Нихтеридес, летучих мышей называется. Но я тебе скажу, что там в основном не летучие мыши, а пауки. Большие, черные, страшные. Там не летучие мыши, а не летучие мыши. Кстати, может быть, сейчас и будут летучие мыши, потому что, ну, не знаю. В прошлый раз, наверное, их спугнули. Смотрим. А там тяжело лазить? Ник спелеологист. I have very sleepy boots. Last time we were like 50 people here, and it was so loud. Иди. Go. Here you have to vent. And some special marking here. We do.
Да здравствуйте, всем здравствуйте. Мы находимся в микролимано Пирейском. Знаменитом, понимаете ли, микролимано. Местное. Сугубо одноместное. Это? Да. Да. А это что такое? Это вот... Катамаранчик. Это же не катамаранчик, я не знаю, что это. Микролимано, как на ладошке. Здесь всегда праздник. Что море, это я очень люблю. Троллейбус. Интересно, что делает троллейбус в Ньярхусе? Подойдем, посмотрим. Он нравится? Да, ей нравится. И это мечта Куклачева.